Одинцовский городской округ вошел в число трех пилотных муниципалитетов по реализации новых стандартов строительства жилья, которые начали действовать в регионе 8 августа. Они закрепляют требования к особенностям внешнего вида застройки, планировки и благоустройства территории. Первые дома в соответствии с новыми стандартами будут построены в поселке Заречье, сообщил глава округа Андрей Иванов.